Терпеть не могу, когда люди готовят, и волосы прям летят в тарелку. Всем привет! Меня зовут Алена Ланская. И сегодня стартует мой кулинарный проект под названием «Посмотри, поверь, проверь». Интернет-ресурсы пестрят многообразием вегетарианских и веганских блюд. Большинство из них или не сбалансированные, или просто невкусные. Мы с вами создадим и составим свой кулинарный рейтинг. Что нам понадобится? Ну, корень сельдерея, кокосовое масло, мука, кстати, можно заменить на кунжутную муку, сыр вегетарианский, зеленый лук, молоко растительное, ну и хорошее настроение. Итак, что же в первую очередь я должна сделать? Завязать волосы. Приступаем готовить. Берем корень сельдерея, вырезаем его ломтиками. Так, возьмем нож потолще. Водичка закипела, будем опускать в воду наш сельдерей. А тем временем я предлагаю натереть сыр. Пока он у нас остывает, мы готовим соус. Мы берем сковородку. Забрасываем кокосовое масло. Как правильно надо резать? Разрезали на две части, режем с середины. Пару ложечек муки, буквально для загустения. И растительное молоко. Добавим мускатный орех. Где наша волшебная крышка? Что пошло не так? Ура! Берем нашу форму, смазываем форму кокосовым маслом. И выкладываем ломтиками сельдерей. У нас горит наш соус. Соус готов. Мы сюда добавили чеддер. И теперь можно спокойно залить соусом сельдерей. Добавляем перчик. Немножко добавляем соли, потому что в нашем блюде есть сыр. Засыпаем все пармезаном. И ставим в духовку на 20 минут. Итак, я уже принарядилась к встрече Нового года. Наше блюдо приготовилось, поэтому достаем, выключаем все, пока оно не сгорело. Аккуратненько. Ой, как оно шипит. Аромат какой у нас. Дорогие друзья, ну что ж, нам остается только налить бокалы, но у нас в программе мы не пьем, и на
насладиться вкусной запеканкой из сельдерея. Друзья мои, если вам понравился рецепт этого блюда, вы можете проголосовать и оставить свой комментарий под этим видео. Стоп! Там пакет есть. Белый. Красный, точнее. Угу. Давай зажжем. Вегетарианство может быть не только полезным, но и вкусным. С Новым годом!